Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа связана со сферой обслуживания жилищно-коммунальным хозяйством. Сегодня трудно представить жизнь без стабильной и круглосуточной работы этих сфер. В честь профессионального праздника глава Славянского района провел торжественный прием, на который были приглашены представители торговли, сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в данной сфере, отметил глава Славянского района Роман Синеговский. Благодаря сотрудникам этой отрасли в наших домах есть вода, газ, тепло и свет. Радуют глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Мы занимаем порой первые места, и вторые, и третьи в целом в крае по благоустройству, санитарному порядку. Это все благодаря тому, что все на своих местах в те или иные годы трудились, работали, старались для нашего города. К поздравлениям присоединился председатель районного совета Григорий Литовко. Вы делаете все, чтобы жизнь и быт становился в нашем Славянском районе лучше и краше. Вы знаете, наш рабочий день начинается с того, мы идем в магазин. И видим наших продавцов, их приветливые лица. От них зависит и дальнейшее настроение. Среди приглашенных на прием Галина Смирнова. В отрасли торговли она уже более 30 лет. Впечатления от приема у Галины Сергеевны остались положительные. Это очень приятно. Приятно от того, что ты не остаешься как бы в стороне. Человек уже вроде как взрослый, вроде как никому и не нужен, а оказывается нужен. И это, вы знаете, это переполняет чувство в душе. Душа, скажем, поет. Поет по-настоящему. Сегодня работники торговли, бытового обслуживания вносят большой вклад в развитие экономики нашего района. Расширяют спектр услуг и улучшают их качество. За свой профессионализм участники торжественного приема были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».